Ну что, друзья, всем привет! Сегодня немножечко поиграем в топе мира, потому что в основном у меня ролики сейчас открытие боксов и проект без доната. И иногда люди возмущаются, что проект без доната, он примитивен тем, что всего лишь один бокс бывает, я открою, и мне с него ничего не выпадет. И на этом ролик как бы все. Ну и онлайн-катки. Но, ребят, вы должны понимать, это проект без доната. Я не могу туда сейчас закинуть там 2000 гемов и сделать классный видос, выбить что-то. Где получается, где я могу донатить, я доначу вам на аккаунты, там бывает себе на основу, если что-то надо, я записываю такие ролики. На проекте без доната, к сожалению, снимать, кроме того, как у тебя на пути к славе что-то появляется, то, что ты накопил, нечего. Скоро проект без доната закончится, и я тогда сделаю проект с донатом, чтобы вам было веселей. Но, вам раньше заходила рубрика со стоп-робом, где мы играли в топе мира с топами мира, и, собственно говоря, это видосик будет приблизительно такой же. Мне чел дал аккаунт, на котором... Пока 9 уровня на 1100 кубков. И он, внимание, ребята, в топе 1 мира сейчас. Вот, сейчас я вам покажу. Ой, глобальный топ, бойцы. И вам покажу Поко. Поко, о! Вуаля! В мире топ 1. И мой напарник, Забо. Вот, Брэндон. Стоп. Брэндон? Ты не Брэндон. Блин, а напарник мой уже не в топе мира. Он тоже был в топе мира. Бойцы, еще раз. А, он сейчас на втором месте. А, чуть-чуть... Ну, он тоже в топе мира. Прикольно. Сейчас, короче, будем играть на этих кубках в ШД, не в 3-3, а в ШД. Надеюсь, что-то с этого получится. Ребят, и еще. У этих чуваков есть каналы на Ютубе, как у Мишура и у Скор. Наверное, неправильно прочитал ники, но неважно. В описании я ставлю на их каналы ссылочку. Подпишитесь, пожалуйста, посмотрите, как они играют. Потому что, ну, это достойно. Достойно подписки. Рекламная пауза. А мы пошли искать соперников. Поехали, друзья. А, лайкос, да, лайкос завезите. И подпишитесь. И колокольчик. И на Инстаграм. И молодец. Спасибо. Все, поехали. Увидимся, когда подберется соперник. Воу, так резко подобрались соперники, то... Реально, были только мы. 2 из 10. И резко бам. Может, кто-то сливает кубки и... Знаете, договорные поединки делают. Не знаю, сейчас посмотрим. Блин, в топе мира, офигеть. Я сейчас топ-1 мира, блин. Охренеть. Я вот реально, когда хочу завершить... когда завершу проект, хочу попробовать на основе все-таки кого-то вывести... Вывести на 1000 кубков. У меня была такая цель, но у меня не хватает на это времени. Реально, проект без доната забирает много времени, когда надо там поднять кубков 500 за один раз. Я, блин, часа 3 сижу, играю. Капец. Что-то вообще прям... Во-во-во-во-во, откуда ты вообще появился, блин? Блин, охренеть. Тихо. В ШД в топе мира катаем. Ля. Я специально пошел в дуо, ребята, чтобы это было не соло тиминг. Потому что если бы я пошел в соло, блядь, это потому вот, это вот такая игра была. В центре все бы встали и крутились бы. Все. О, Шелька. С ее... пассивочкой имбовой. Заберу. Опа, мое. Опа, отхилился. Шо? Сосо Павлиашвили, да? Пам! И минус Тима. Сдохни. Сдохни. Он хотел с нами затимиться в последний момент. Что он делает? Бля-бля! Откуда? А-а-а! Красава, вы поняли, да? Я сначала не въехал, а что сделал Мортис? А он, короче, подошел. Бля, охренеть. Охренеть. Он подошел, чтобы Шелли резнулась. Капец. Тихо. Охренеть. Ну да, чувствуется немножко уровень игры. Блин, жалко, что не добили Мортиса. 9 банок. Трэш. Так. Нам надо по-любому топ-2 взять, потому что топ-3 это минус кубки. Так, занимаем позицию повыше. Ай! Аккуратно. Не, ну Мортис это изи. Так. Давай, 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 давай. Yes, 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 yes. Да, затащили, друзья. Блин, ништяк. Всего лишь плюс 5. Всего лишь плюс 5. Ну охренеть, я такие эмоции испытал, блин, что в топе мира я затащил. Ну, естественно, не сам. Но, опять же, говорю, что если бы я был сам, это было бы еще хуже. Это был бы тиминг. А так хотя бы мы играли по-настоящему. Ну что ж, поехали второй бой.
Правда, я же говорю, что на таких кубках в основном люди играют 3 на 3, но у меня нету сейчас третьего человека, который бы мог с нами поиграть так, чтобы мы кубки не слили. Потому что если я сейчас возьму рандомного, ну вы понимаете, это топ мира, тут нельзя допускать ошибок. Ну и желательно, конечно, играть по связи. Ну, в ШД работает немножко по-другому, тем более в дуо. Ребят, круто! Поставьте лайкос за выигранную катку и встретимся опять, когда подберется соперник. Так, второй поединок у нас. Матчмейкинг у нас примерно минуты 3 длится. Ну, то есть немного. Я помню, когда со стоп-пробом играл, мы по 5, по 10 минут ждали одну катку. Тут не так уж и долго и нудно. Ребят, если вам реально нравится формат такой вот на высоких кубках каточки, чтобы я чаще пилил, пожалуйста, поддержите лайком. Я буду стараться, может, стоп-проба приглашать с ним играть. Какие-то, может, тактики там в 3 на 3 рассказывать. Не знаю, я просто играю всегда по фану. Так, как у меня получается, так, как мне нравится. Оп. Ну, возможно, вам было бы интересно... Не-не, ребят, ну мы не тимимся. Мы играем по-честному. Вы чё? Мы не тимимся. Я специально пошел в дуо, чтобы никакой тиминг мне не испортил игру. Типа, я не считаю, что в соло ШД поднимать высокие кубки это честно. Потому что, ну, это бред, это тиминг, это помойка. Оу, щит. Оу, щит. Пока. А что за тактика Мортис плюс Шелли? Кстати, это, походу, та же тима, которая и в предыдущей катке была, да? Ну, типа, кто тут еще может на 1000 кубков играть? Все, топ-2! Ты шо, блин? И мне один комментатор вот писал, что, типа, холдик... Попробуй после проекта без доната на основе там кого-то на 1000 кубков поднять. И внизу писали, да он криворукий, какой ему топ, он максимум 500 кубков. Вот, не знаю, как-то тащим. Понятно, что не сам. Да и я Шелли, в принципе, сам в соло поднимал на 900 кубков, спайка 800... Не помню, не хочу врать, но 800 было, по-моему. Вот, можно будет попробовать, если вам это интересно. Я бы попытался, по крайней мере. Не, ну мы затащим, ребят, что вы гоните? Эть. Оп. Топ-1. Ну, а как? По-другому никак. В топ-1 мира только топ-1 надо брать. Давайте посмотрим по кубкам, ребят. Смотрите, у него новый ранг. 33-й вот сейчас будет. Я хочу ему апнуть 33-й ранг. Давайте посмотрим список лидеров. Местный. Ой, глобальные бойцы. А ну, босс, сколько надо? Не, ну тут много надо. Ну как, 40 кубков за видос не апнем. А вот на Поко, секундочку. Поко, ты где? Вот, Поко. Ну, короче, я хочу новый ранг. 33-й получается. Поехали, друзья. Снова подрублюсь, когда подберутся соперники. Так, пока подбирали соперники, этот кубик Рубика собирал. Надо успеть дособирать. Я должен завершить. Все, готово. Поехали. Фух. Экстрим, экстрим. Напоминаю, ребята, что Поко 9 уровня, на нем даже нет пассивки, блин. И в тупе мира сейчас прикол, да? И сейчас я апну, возможно, 33-й ранг. Никогда его не апал. Конечно, не полностью, даже я сам поднял кубки. Но слушайте, если вот так вот задротить, то я думаю, что все возможно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Мы разделились, короче, бо, походу, сейчас бобо будет. Надо позицию сейчас забрать. Попробую обойти тиму ниже и подойти к бо, помочь ему. Блин, Серега, прости, что я тебя отпустил. Он сдох. Ну ладно, все нормально. Мы живем пока. Так, главное, чтобы она не набивала на мне ульту. Так, 2 секунды. Так. Есть. Блин, тяжело, ребят. Тяжело. Мы просто... Начало у нас, я кубик дособирал, блин, а Серега ушел. Ну, моего напарника зовут Сергей. А! Блин, походу эту катку мы слили. Бля, я... Сейчас много... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас много дадут. Минус 12! Охренеть! Ай-яй-яй-яй-яй! Почти! Я ведь почти был...
Я огорчен. Подождите секундочку, я хочу посмотреть данные поединка. Вот топ-1 мы брали. У нас больше всего кубков, смотрите. Блин, охренеть. Обидно. Короче, еще одну катку играем. Не получится мне взять 33-й ранг, к сожалению. Но я был рядом. Короче, ребята, это меня очень вдохновляет на своей основе апать высокие кубки. На 1000 кубков проапать. Я предлагаю после проекта без доната этим заняться. Вот. Если бы вам было бы интересно, то поставьте лайкос и подпишитесь. Все, подрублюсь, когда подберется еще соперник. Блин. Надо будет посмотреть, какие ошибки я тут допустил. И снова подобрался соперник, но надо дособирать. Yes! Поехали! Все, тут я успел. Фух. Короче, ребят, предыдущую катку не затащили. И пока был подбор, я общался с Серегой. Он говорит, что за третье место минус 6 дают, представляете? То есть, когда ты в топе мира... Да, все-таки это сложно. Это сложно, потому что... У нас не задалась катка в начале, и дальше нам было сложно отыграть. До этого наши победы были, ну, у нас начало получалось, да, мы так нормально в прессинг садились, там Тиму вынесли, дальше уже у нас по банкам был приоритет. Так, вот это я сейчас бы тут ворвался. Да блин, ну почти ведь ты сдох. Фак. Почему они все эти топы всегда на таком рандоме вывозят? Воу-в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 оу. Тихо. Так. Так. Блин, планшет садится. Ё-моё, там 7 банок, надо уходить. Уходим. А, Леон Акула, я понял. Блин, вот это челы 7 банок с Мортисом, это страшно. И они за нами тупо идут. Это очень страшно. Бля, уже 9 банок. Смотрите, даже если мы сейчас третьими сдохнем, нам минус 6 дадут, представляете? Надо постараться. Но Пайпер опасная. Воу-в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 оу! Все, все, ребят. Это Габелла. Минус 6! Минус 6! Трешак. Блин. Походу я слил, да, начальное количество кубков было больше. Давайте еще одну катку, надо затащить. Бля, так, а так начиналось хорошо, блин, хотел сказать, топ-1, так изи вообще держать в мире. И так в конце не повезло. Сука, на нас Тима жесткая напала. У нас уже было 3 команды. И если бы мы зарубились со слабее командой, которая вверху была, Леон плюс кто там еще, мы бы их затащили. Но на нас, сука, прессинг пошел от команды, которая 9 банок была. К сожалению. Не повезло. Я думаю, что это больше рандом. Нет? Хз. Ладно. Последняя катка. Ну что, друзья, последний поединок. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы мы затащили. Не знаю... Че у нас так не получилось в последних 2 поединках? И капец, всего лишь 2 поражения и минус 18. И 2 победы. Короче, мы в минусе на 8 кубков, да, от начального. Собака. Ладно. Аккуратно. Так. Yes, хорош. Бля, вот эта тема халявщиков подошла. Тупо. Опа-опа-опача-опача. До свидания просто. Надо добивать надо. Ладно. Давай-давай, Леона можем окружить. А что это за... Что это за спиральки были? Yes! Оп, я забрал у Пока. Ну все, Пока, ГГВП. Минус Тима. Ну все, ребят, у нас куча банок, это топ-1. Собака, блин, так обидно. Минус 12 и минус 6. За третье место, ребят, как вам? А, блин. А, это, короче, от Джина, да? Или от кого это, ё-моё, блин? Это, может, новый скин какой-то? Или что это, я... Бля, что, откуда ты взялась, а? Опа, попалась в ловушку.
Блин, только жалко, что Сэнди забрала банки эти. Блин, там 10 банок у этого. Блин, Бо. Надо, чтобы ты ко мне подошел. Трэш. Трэш. Мы рассоединились опять. Уходи, 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 уходи вверх. Вверх, вверх. Метеорит! 3, 2, 1, сука! 1, 1, 1, 1! Я резаюсь, фух. Фух. Блин, интересно, сколько за второе место дадут? О. Давай, есть, добили. Воу-в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 оу. Давай, ты затащишь, ты сможешь. Давай, давай, давай. Ай, 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 живи, братик, живи. Я резаюсь, я резаюсь. Так, 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 так. Так, так, так. Нубиная. Плюс 4. А за первое место плюс 5? Ради одного кубка. Фух, друзья. Это было жарко. Это реально было жарко. Мне очень понравилось, хоть я и тупил. Но, что вы хотели, я редко играю на таких кубках. Короче, друзья, мне очень понравилось, и я замотивирован свою основу вводить тоже на 1000 кубков персов. Я думаю, что я смогу, если позадрочу. Если вы поддерживаете такую рубрику, ставьте лайк, если хотите больше таких видосов в топе. Спасибо Сереге, спасибо Михура. Короче, спасибо ему, что он предоставил аккаунт. Ребята, я ссылочки на их каналы оставлю в описании, подпишитесь, посмотрите, как парни играют. А я думаю, что они играют не в ШД. Ссылка на их каналы в описании, подписывайтесь, будьте счастливы, чаще улыбайтесь, хорошего вам настроения. До новых встреч.